Сначала скажите, кто такой BI? Я не знать. Ага. Не знать. Ну, значит, сейчас мы посмотрим и узнаем. Давайте смотреть.불이 타올라 여사라 있음을 느껴 I feel alive I'm alive Still alive 숨이 차올라 여사라 있음을 느껴 I feel alive I'm alive Still alive Ну, чё-то я даже не знаю. Чего-то мне не хватает. По картинке, конечно, все круто. Огонь, все делает красивее. Но вот, возможно, я просто не люблю такой рэп. Это вот как было у Рема. Что-то мы смотрели с Антошей последний раз. Какой-то мы видос смотрели, и вот там тоже было такое вот, ну, немножечко олдскульное звучание, именно как читка, флоу. И вот тут как будто немножечко вот то же самое. Ну ладно, еще только пошла минута, может быть что-то еще и наладится. Это бывший лидер группы Icon. Ага. Из Kingdom. У него был скандал с с наркотиками. Bad boy. Ну это пока как-то вот ну, немножечко мимо меня. Ну ладно, еще может что-то исправиться. Вот оно. Вот сейчас будет хорошо. Хорошо, что я не поторопился с выводами. Вот эти вот синты, синтвейв, вот это хорошо было. Вот это было хорошо. Одно дыхание прям, ну, хорош. И все. Я думал, будет какое-то развитие еще.
Ну, вот это уже было получше. Намного получше. Вот этот переход, как будто совсем была, стала другая песня уже. И вот это прям... То есть, я чуть-чуть поторопился с выводами, исправился, и не зря. Не зря. Я, опять же, я такое не люблю, но переход на синтвейв и другой уже вайб, вот это было хорошо. Не мое, но хорошо. В плейлист, наверное, даже можно будет и добавить. Почему бы и нет? Ну, годно, годно. Не, вот Тут тут ты крутой. lover like me. Lover. Типа Да. любовник, как я. Э? Нет, не такая будет. Да, такая не будет точно. Чего, блин? Чего ты? Ну, типа, Косички косы. по всему Да. разбежу, жестко. Ну-ка. Давай. Okay. Блин, звучит максимально стильно. Образы очень классно подобраны. Настолько все разное. А по смыслу, типа, у тебя был последний шанс, и ты никогда теперь не сможешь найти такую же, как я, типа, любовницу. Типа, ты все просрал. Так, такую, как я, больше нет. Нет. За это больше, чем та очередь. Не знаю, мне это больше понравилось. Ну, там как-то более такая более звучание. Ну, в принципе, по звуку здесь прям все круто сделано. Припевчик прям Да, песня битловый. бывшему, видишь. Всем бы таких. Всем бы такие песни. Всем бы такие бывшие песни писали. О. Да, ни хрена себе. Да, Жирненько. много чести будет, ну, конечно. Но. Ну, давайте послушаем. Беги, сука, беги.
да, я все проверил. Класс. Господи, что мне за ассоциации в голове всплывают? Кто в ТикТоке сидел? Или это было не в ТикТоке? Была это вот... А как ее звали? Такая хероборина просто. Почему я все это знаю? Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О! Вижу тебя, влюбляюсь немножко. Еще раз. Ух ты, ё! Хера! Какая машина, а? Эбиз Антоши. Сейчас покажу, какая ассоциация. Какая-то уже эспа. Мне тоже было это в клипе, там все было такое в траве, в цветочках. Ух ты! Вкусная эспа! А все. Вот только вот во вкус входишь и конец. Ну вот за га-га-га нравится. В остальном, ну, такое. Ну вот там же зачитывал в какой-то там прям, только прям и выдох. Это было прикольно. Поколение девочек. Кто так называет группу, а? Так, когда вышло 15-го года трек? Лена, какого года трек сам вышел? А, ну 15, если камбэк, значит 15-го года.
То есть, если это 15-го года, окей, то этот трек вообще не уступает современному звучанию даже. Вообще нет. И я не помню, мы смотрели Twice, и вот как будто вообще не уступает. То есть стилёво, на уровне все круто. Вау. Ништяк. Припев цепляет. Хорош. Круто. Пели вживую все это, да? Они же не под фанеру пели. Если это было реально вживую, то мое почтение. Вы сейчас дали просраться всем современному кей-попу вообще. Вот просто за воротник накидали. Ну, именно женскому. Охренеть. Так, Twice по стилю были спродюсированы. Насчет Twice. Я в том плане, что у них звучание такое, ну, простенькое, без какого-то там вот этого вот прям... Опять же, это из того, что я слышал от Twice. Хотя трек мне тот у них понравился. То здесь, ну... Короче, он сейчас звучит стилево и дает всем заворотник. Может дать. И то, что это у них еще лайв... Они еще там танцевать пытаются, это просто... Пфф, вы чё? Ну это круто. Поехали. Подождите, по-моему, я ее знаю. Так, еще раз. Потому что начало очень похоже на как будто продолжение Paris. Или я уже долблюсь в уши. Я ее знаю.
Мне все припевы у них просто топовые. Это прям берсерк уже из манги. Блин, какие у них крутые. А это все? No comments в плейлист залетает. Теперь у меня есть два вопросика. Я ее не слышал, но есть похожий трек. Я его попробую сейчас найти. Я думал, что это он. А, вот он и есть, кстати, да. Похоже начало очень. Это не ремейк. Первое. Второе. Припев. Я не могу сейчас... Я помню текст песни, но я не могу вспомнить, что за песня. Короче, вокальная партия в припеве очень прям напомнила мне вот здесь момент один. Доброй ночи. Быстрее, быстрее тебя не остановить. Сейчас будет припев. Вот. И вот теперь припев тут. Ой,
Вот тут. А, не-не-не, мимо. Мне показалось. Отдаленно, похоже, есть, но показалось, сори. А почему демо-версия? Ну ладно. О, я ее слышал. Вот зачем снимать клипы в 60 кадрах? Кадров. Смотрится вообще нереалистично. Зачем это делать? 25, больше не надо. Прям глаз режет. Девчата играть умеют, определенно. По поводу звука, да, он как будто какой-то картонный, не обработанный ничем, как будто вот напрямую играли просто в линию сразу же на колонке без какой-то обработки. По
Поэтому, возможно, он и не зашел. В принципе, к ним претензий ноль. Девчата на инструментах это всегда смотрится красиво, прикольно. Даже после Bandmade взять. Да, Bandmade японочек. То есть все круто. У них. Я не помню, я включал какой-то клип у них. Тоже был звук какой-то такой странный. Но при этом, когда они вживую играют, даже кавера, там все окей. Сами пишут музыку и слова. Вообще молодцы тогда. Так, ну, в принципе, Ракеш не надо самому писать. Нет такого кача. Ну, не знаю. Ну, скорее всего, проблема именно в самом звуке. Потому что он ничем не обработан абсолютно. Просто кабель в гитару всунули и напрямую в комбик, без обработки. И поэтому оно как-то не... какого-то такого жирка не хватает совсем. High Cloud. Давайте послушаем тайский. 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 Прикольно. Йоу. Чего? Это что за этот? Как его? Не маршмеллоу, а как его, блин, зовут? Эх, неважно. Dead Mouse. Во, вспомнил. Продано. Просто продано. Ой, блин. Класс. Короче, просто так. Люди с Украины. Я надеюсь, вы знаете группу... как она называется? Пасек из Франека. Во-во. Тоже, видите? Одна дама, и два чувачка, и один на голове с этой фигней. Скажи мне, Вася. О май гад. Я надеюсь, сейчас не будет такого самого вот именно здесь. Потому что пока что очень похоже на все это. Но наркомания, конечно, это просто жесть. Еще раз мурчание, да, без проблем вообще. Блин. Ну что-то похоже все-таки есть. Ну прикольно. Hakuna matata, hakuna matata. Shashu
ีวิตมันไม่มีกังวลมันซิมบาเจ้าป่ายืนอยู่ข้างบนเครียดไปก็ไม่ไหวเอากูก็คนแฟนเก่าน่ารำคาญก็ไม่ต้องทนคิดมากไปบางทีต้องเล็ตอิทโกย้อนไปตึงไปต้องเล็ตอิทโกตอบชาโชนที่ I'm making dough เครดิตคาร์ดกูไม่เคยต้องออนโฮลผ่านไป10ปียังเล่นดนตรีกูพอดีเหมือนพรุ่งนี้ไม่มีทิ้งกูแล้วมาขอคืนดี Move on ละโชนที่Нет, нет, нет. Не слышал. Да. Ой, тихо назад. Так, это лайкусик. Не, это прикольно. Это... Что? Почему Хакуна Матата? Что? О, даже есть текст. Йоу. На тайском. Лиса, выходи, переводи. Голоу, голоу. Смысл фразы так прост. Хорош, хорош. Так, я не знаю, как бы в плейлист как бы и можно, но что-то как-то, ну, как бы да, но как бы эх. Ладно, так уж и быть. Just give me a reason to keep my heart. Это не она. Я знаю ее. Я скажу сразу, песню, по-моему, я уже где-то слышал. Припев очень знакомый. Но она такая попсовая. Ну, не тоже попсовая, она классический такой ракешник. Но насколько у них все просто, именно в плане исполнения, все так прям четенько, точненько, так чистенько, в нотки. Вокалист просто боженька, вот куда надо. И насколько у них. Я не знаю, либо это сводили уже. Точнее, перезаписывали. А, стоп. А это лайв-версия? Потому что если лайв, то спасибо звукачам, потому что они свели так хорошо, что каждый инструмент слышно отдельно. Если это запись, тогда спасибо звукачу, потому что он свел охрененно. Текст не знаю, но то, что я вижу по картинке, по музыке, по звуку, это круто.
так все про. Вот чисто трек для радио, для стадионов, вот, то есть для всех. Это круто. Текст мотивирующий, да? Давай, вставай, надо удержать это, я хочу проснуться. Только скажи мне, как я могу. Never give up. Неважно, как часто выглядит так, как будто я падаю измученный. Даже если я погибну совершенно, нет никакого конца. Не, это в плейлист. Это в плейлист. Это хорошо.